Он мне не нравится. Что вы хотите этим сказать? Вы должны изучать Тору, а не говорить «мне не нравится». Кто вы такой, чтобы вам что-то не нравилось или нравилось? Это ярмо неба. Сатмарский Ребе находится в рамках еврейского закона. Я считаю, что его взгляды неверны. Но, тем не менее, они в рамках еврейского закона. И когда мы доходим до точки, когда студент религиозных школ начинает пикетировать раввина, мы становимся свидетелями разрушения еврейского закона. Политика в религиозной школе, политика в Торе. Если у вас есть свой ребе, и он думает иначе, чем Сатмарский, что ж, ладно. Но когда каждый говорит: «А, да это Сатмарский раввин, да как мы смеем так говорить?» Или любой другой раввин. В любом случае разницы нет.